Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня прекрасный день, чтобы вспомнить об игре Street Fighter 5. Давно я в нее не играл. Игру недавно обновили, и в ней появился долгожданный боец классический Гайл. И он тут очень классно сделан, появился один отличный прием, и сейчас я вам покажу его, и заодно мы пройдем историю этого замечательного персонажа. Итак, Гайл, те, кто продолжают сражаться. Китай. Я знал, что здесь шастают назойливые паразиты, но скоро этому придет конец. Я сотру вас в порошок. Гайл! Ты в тупике, Шадалу. Раз уж ты так сильно хочешь умереть, я буду счастлив прикончить тебя. Окей, поехали. Итак, у нас есть Sonic Boom, быстрый, медленный. И самое главное, вот эту тему мы можем кидать. Мы можем ее усиливать, да? А можем не усиливать. И получается то, что Гайл у нас чарджер, нужно постоянно держать назад. А вопрос, как к противнику приблизиться, если мы все время держим назад? С помощью легкого удара ногой вот этой коленочки. Видите? А V-Trigger это вообще сказка, смотрите, что умеет. Видите? То бишь... Закончил я бой с помощью Sonic Tempest'а. И вообще убрал противника. Инцидент с пропавшими хакерами. Я знаю, что вы стояли за этим. Убрал противника в автобус прям. Короче, Гайл классный стал. Что вы планируете? Ты поплатишься за вмешательство. Стой! Он слишком умен, чтобы просто так гнаться за ним. Мы попадем в очередную ловушку. Даже если я не смогу его поймать, то хотя бы не с такими ранениями. Успокойся, храбрость и безрассудство не одно и то же. Что? Еще раз. Не горячись так. На поле боя нужно держать себя в руках. Не позволяй разуму помутниться, иначе однажды ты не вернешься домой. Да, я понимаю. Горящее сердце, но холодный рассудок, так? Будем драться с Нэшем? Вообще, Гайл и Нэш похожи. Ну же! Ну, они, я так понимаю, друзья. Так. Somersault. Это против... Против атак... Так, теперь мы сейчас включим триггер. Оп. Что-то Нэш вялый какой-то. Ха, думаю, мы слишком разошлись. Да, немного. Злиться неплохо. Злость — это орудие, но ты не выживешь, если дать эмоциям одержать верх. Понимаю. Извини. И за мое спасение спасибо. Не стоит. Ты преследуешь Шадалу? Да, ученые Син продолжают пропадать, и я хочу найти причину, поэтому провожу свое расследование. Лаборатория Син здесь неподалеку. Она уже закрыта, но, возможно, я смогу что-нибудь найти. Я пойду с тобой. Надеюсь, там еще осталась полезная информация. Заброшенная лаборатория Син. Жюри? О, так это вы? Что ты здесь делаешь? Ты что, дебил? Хочешь, чтобы я соврала? Или тебе просто нравится мой голос?
Хочешь со мной подраться? Мило, но у меня на это сейчас нет времени. Эй, если хотите, можете сами все осмотреть. Здесь все равно не осталось ничего ценного. Ты не пойдешь за ней? Мы не знаем, что она здесь делает. Для начала нужно выяснить хотя бы это. Это... Операция Chains? Дело плохо. Оставь меня, спеши, тебе нужно убираться отсюда. Ну уж нет, мне надоело терять друзей. Друзей? Даже так? Китай. Поразительно, мы спасены. Еще не совсем. Оставайся здесь. А, это Вега. Произошедшее твоих рук дело? Я приготовил отличную ловушку для жалких крыс, решивших влезть куда не следует. Вам ничего не изменить, план запущен. Вы оба сгниете здесь. Ну окей, давай посмотрим, кто сгниет. Пошел! Так... Да ладно, даже так можно? Мы тебе сейчас захват сделаем. Кстати, у Гайла двойная подножка. Оп. С помощью коленки, кстати, сближаться очень эффективно. О, у него когти слетели. Ураган, как всегда, тащит. Кажется, время пришло. Это еще не конец. Не волнуйся, занавес на сцене смерти еще не поднят. Это представление утопит мир в боли и отчаянии. Текста не видно просто. Сцена смерти? Они что, собираются начать войну? На поле боя главное не терять голову, поэтому победа будет за нами. Да. Уи, он же француз. Эйбл. Абель, типа. Он борец вроде бы, граплер. Ну что ж, друзья, вот такая вот история. Отличный персонаж. Классический туртлер, если я не ошибаюсь, чарджер. И с новым приемом, который пробивает хадукины, кстати. Да, с двойной силой. За Гайла имеет смысл играть теперь уж точно. На этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И всего вам наилучшего. Всем пока.